Ну вот установилась солнечная холодная погода на Зюльте. И я опять иду вот туда, 9 километров до этого поселка знаменитого Кампен. Там, где зажигали еще Брижит Бардо со своим очередным мужем Гюнтером Грассом. Из-за них Зюльт стал таким легендарным островом, потому что сюда приезжали все красивые, богатые со всей Европы отдыхать сюда, на Зюльт. Считалось очень престижным тогда, а сейчас еще более престижным считается здесь отдыхать. Вот. Ну, тут до моего дома всего лишь 40 километров отсюда, поэтому я сюда тоже часто приезжаю подышать этим воздухом, как шампанское, поесть всякую вкуснятину морскую, посидеть в уютных кафешках. И, конечно, самое здесь такой большой аттракцион – это прогулки по этим бесконечным пляжам. Сейчас отлив, но в 5:30 будет прилив, и весь этот пляж будет залит морем северным. Вот, замечательная погода, как мне повезло, конечно, тут люди загорают.